Здравствуйте, ребята! Мы будем сегодня с вами вместе решать графические задачи. Вот 23-й задачи говорит, что в графическом изображении количество точек по горизонтали равно 512, а количество точек по вертикали равно 1024. Это изображение занимает 1,5 мегабайт памяти. В какой цветовой модели закодировано графическое изображение? Я сперва хочу сказать, что мы используем два формулы. Первая Q равно A умножено B умножено маленький n. Здесь маленький n, она означает глубина цветов или количество битов. Вторая формула у нас 2 степени n. Вот этот n, речь идет о этот n, они одинаковые. Маленький n, она всегда равняется с битом. Если речь идет о битах, вместо бита находится в степень 2. Потом n это глубина цветов и количество битов. А большой n количество цветов и оценка цветов. А, Б это вот здесь горизонтальные и вертикальные сказали, а на самом деле ширина, длина пикселя. А Q у нас, она означает объем, емкость информации. Сейчас смотрим. Вот А умножено Б у нас 512, 2 степени 9. И 1024, 2 степени 10. Получается 2 степени 12, 19. Потом у нас есть объем. Объем равно 1,5. Из мегабайта переходим в бит, потому что пиксели, графика всегда измеряется с битом. А невозможно мегабайт разделить на бит. Поэтому из мегабайта переходим в бит. 1,5 умножаем на 2 23 степени. Вы знаете, что когда 2 умножаем 1,5, там получается 3 умножить на 2 степени 22. Напишу, чтобы все было понятно. Потом ставим на места. И у нас А умножено Б есть, Q есть, а надо найти N. 3 умножить на 2 степени 22 равно А умножено Б у нас получилось 2 степени 19 умножить на n. Ага, сокращаю. Здесь остается 2 степени 3, то есть 8. 8 умножить на 3 будет 24. 24 это означает модель RGB, потому что RGB должны знать, что каждый один символ, три символа равняется 3 байта. Из байта, когда переходим бит, 3 умножаем на 8, получается 24 битов. То есть маленький n 24, а большой n 2 степени 24 будет. 22-й задача. Для хранения графического изображения монитора размером вот выделено 128 килобайт места. Найдите максимальное количество различных цветов. Ага, надо найти, ребята, большой N, да? Сперва смотрим, что у нас есть. У нас есть пиксель А умножить на B. 2 девятых, получается 2 восемнадцатой степени. Потом есть у нас Q. Q равно 128. Пишу как 2 степени 7. Из килобайта должны переходить бит обязательно. Всегда емкость должна измеряться с битом, потому что только бит возможно разделить на бит. Поэтому 1 килобайт у нас 2 степени 13. 2 седьмой степени умножаем на 2 степени 13, получается 2 степени 20. И ставим на места. 2 степени 20 равно 2 степени 18 умножить на n. Сокращаем здесь 2 степени 2, то есть 4 получается. N равно 4. Но не выбираем там ответ 4, но нету, да. Иногда бывает, здесь ошибаются ребята, не ошибайтесь.
потому что нам надо найти количество цветов, а мы нашли клуб на цветов или сколько битов. 2 степени 4 будет 16 ответ. Потом цветное изображение с разрешением 512 умножить на 2048 точек занимает 4 мегабайта памяти. Сколько бит используется для кодирования цвета? Вот видите, сейчас у нас требуется только бит. То есть маленький n надо найти. Давайте найдем. Пишем здесь. А умножить на b у нас будет сколько? 512, это 2 степени 9, умножить на 2048, это 2 степени 11, получается 2 степени 20. 4 мегабайта, q равно 2 степени 2, пишу как 4, умножить на 2 степени 23, получается 2 степени 25. И... ставим на места 2 степени 25 равно 2 степени 20 умножить на маленький n. Сокращается n 2 степени 5, то есть 32 будет. А нас требуется бит, то есть n, маленький n, и нашли 32. Здесь 26 а умножить на b у нас будет 2 степени 4 умножить на 2 степени 7, получается 2 степени 11. RGB-модель, то есть маленький n будет 24 битов. Надо найти место памяти Q. Q равно 2 степени 11 умножить на 24. Видим, что вот ответы с килобайтом. А поэтому из бита, когда переходим килобайт, делим на 2 13 степени. Здесь остается 4, 24 делим на 4, получается 7 килобайтов. А ответа нету. Что-то есть здесь. Сейчас проверим. Нет. А, 6 получается. Да. 6 килобайт. Все. Потом. Двадцать седьмой. 20 кадров в секунду длилось 10 секунд. Каждый кадр этого видео изображения состоит из кадров, имеет 64 цвета. Какой объем памяти занимает видео? Если надо найти объем, ребята, такая формула есть. А умножить на b умножить на маленький n умножить на скорость умножить на секунд время. То есть то, что видим, все мы будем умножать. 20 там скорость 10 секунд, а b будет 2 6 7 получается 2 13 степени, а 64, ребята, n, если 64, подумайте, 64 у нас формула какая была, n равно 2 степени n, да, 64 равно 2 степени n, 64 как можно написать степени 2, 2 степени 6 равно 2 степени n, тогда n равно 6 будет. То есть конкретно, когда речь идет о цветах, 64 принимается как 6 битов, 128 принимается как 7 битов, 256 – 8 битов, 2048 – 11 битов. Надо хорошенько знать вот степени 2. Умножаем на 6, потому что там 64 цвета. Все уже, все мы здесь написали. Ничего не осталось. Посмотрю внимательно. Два, да. Ага, да, написали. Потом ответы видим, что в килобайтах тоже есть, мегабайтов. Сперва разделим на 2 13 степени. Вот они сокращаются. Остаются здесь 200. Вот b вариант получается. 30. Сколько килобайт памяти необходимо для хранения растерные графические изображения размером точек? Вот еще раз, если вот пишется 1024 цветов, то есть маленький n сколько будет? 10 битов будет. Все, а b есть, есть там 2 восьмом, 2 восьмом получается 2 шестнадцатом степени, q равно будет 10 умножить на 2 шестнадцатой степени. И что делаем? Переходим на килобайт, потому что на n она требуется
переходит на килобайт, делим на 2 степени 13, сокращаем. Здесь получается 80 килобайтов, B-вариант. Потом 31, там для хранения графического изображения есть. Ага, оттенка N, большой N требуется. Тогда пишем A умножим на B, там да, 2 десятой, 8, 2 18 степени. Q равно 288 килобайтов. Умножаем на 2 13, как есть, так остается. Ставим на места. Умножено маленький n. Они сокращаются. Здесь остается 2 степени 5, 32. Когда 288 делим на 32, получается сколько раз? Вроде бы 6 раз. Нет, нет, нет. Много будет. 7, 8, 9 раз. Да, 9 раз. Получается 9 раз. Угу. Тогда маленький n равно 9, а у нас требуется оттенка цветов. То есть большой n 2 степени 9, получается 512. 512. А вариант. Потом 32-й. Сколько байт памяти необходимо для хранения растерного графического изображения размером? Ага. Точек с разрешением 128 пикселей. Здесь ошибка есть. 128 цветов должны были написать. Поэтому маленький n здесь принимается как 7. А умножено b будет 60 умножено 40. Вот. Потом должны найти Q. Q равно 7 умножено будет вот так. Должны переходить из бита байт. Делим на 8. Здесь получается 2100 будет байтов. B вариант. 33-й. Одинаковые вопросы. Здесь из килобайта переходим на бит, сокращаем. И там максимальное количество хочет. Сперва найдем n, то есть вот в 2 десятой, 2 18 степени. Умножаем на n равно 64, 2 6 умножить на 2 13 степени. Это 2 19, здесь 2 остается. Если n равно 2, тогда большой n 2 степени 2 будет 4, b вариант. Ага, сколько байт говорит, вот умножаем монохром цвет, а монохром черно-белый цвет, ребята, то есть большой n равно 2, если большой n равно 2, 2 равно 2 степени n, как будет? Только 2 степени 1, да, равно на 2, поэтому n будет 1 бит. То есть два цвета всегда принимается один бит. Монохром цвет, черно-белый, они всегда один бит считаются. Q равно 2 десятой, пятой, получается 2 пятнадцатой степени, умножаем на 1. Потом должны переходить на байт, поэтому разделяем на 2 третьей степени. 2 девятнадцатой степени, то есть 4096 получается G вариант. Потом 35-й. Графические изображения, состоящие из 1024 умножить на 32 точек, кодируются моделью RGB. Найдите объем памяти, занимаемый этим изображением килобайтом. Ага. Можно А умножено B, там 2 15 степени получается. RGB знаем, что это 24 битов. Q равно 24 умножить на 2 15 степени. Надо переходить на килобайт. Разделяем на 2 13 степени. Здесь остается 4. 4 умножить на 24 будет 96 килобайтов. V вариант.
Дзмук тоже одинаковый. А умножим на b будет там 2 двадцатой степени. Дзмук там 4 символа. 4 символа это 4 байта означает. Из байта, когда переходим бит, 4 умножаем на 8, n будет 32 битов. Поэтому если n 32 битов, q равно будет 2 двадцатой степени умножено на 32 2 пятой степени. И ответ с мегабайтом требуется делим на 2 23 степени. Получается 2 второй степени 4. Там ответ будет 4. 4 мегабайтов. Потом, сколько байт выделяется памяти для монохром. Вот здесь тоже один будет. Монохром это один бит. 2 седьмой, 2 седьмой, 2 четырнадцатой степени. Байт хочет разделяем на 2 третьей, 2 одиннадцать остается. То есть 2048 будет. Это тоже одинаково. Здесь я хочу посмотреть вот 43-й. 43-й, видите, во сколько раз объем изображения 3 умножить на 4. То есть это пикселя. 65536 это означает 16 битов. Потому что когда 2 степени 16, эта цифра получается. Палитра больше объема изображения. Вот. Ага, сколько раз хочет. Пишем вот наверху 3 умножить на 4 и умножить на 16 битов. А внизу тоже 3 умножить на 4, 256 будет 8 битов. Они сокращаются, 16 делим на 8, 2 раза больше будет B-вариант. Во сколько раз это тоже одинаковые. Ага, во сколько раз размер, это уже интересно. Здесь пишем 32 как 2, пусть пишем как 32 умножить на 3 умножить на цмук. Знаем, да, это принимается как 32 битов. 16 умножено на 8 умножено на RGB 24. Ага, 32 делим на 16, 2 остается. 8 делим 4 остается. 3 делим 8 остается. 8 раз 4 это 32. 1 будет 1 раз. Равно, то есть А вариант. Ага. Говорит, что если 16 цветного графического изображения состоит точек, сколько места она занимает. Если 16 цветная, то есть если большой n 16, тогда маленький n 4 бита будет. А умножить на b у нас 2 восьмой степени. А это как есть там. Поставим на места, посмотрим. Q равно тогда 2 восьмой степени умножить на 2 втором степени умножить на 200. И переходим, что хочет. А, ответы с килобайтом делим на 2 13 степени. Здесь 10 8 получается. 200 делим на 8, 25 будет, по-моему. Да, V-вариант. 128 цветное, V7 умножаем этим. Одинаковый. А, да, вот, битный, ага, 70. Сперва это посмотрим. Если говорит битный, вот, есть слово 1024 цветного изображения, речь идет о большой n, тогда маленький n принимается как 10 битов. А если 10 битов, как и есть, пишем, то есть маленький n будет 10. Если глубина цветов, пишем, как и есть, маленький n, тогда q равно будет, это 2 десятой, 6, 2 16 степени умножить на 10. Переходим на там, какие ответы есть. Килобайт. 2 степени 13 разделяем 2 третий. 80 килобайтов получается. D вариант. 72 очень интересная. В Диме блоке там такой тип вопрос был. Внимательно смотрим. Здесь говорит, что документ состоит только из текста и изображения. Текст состоит из 64 строк. По 64 символов. Размер изображения 128 умножено 512 пикселей. 8 битные кодировки. Сколько килобайт составляет информационный объем документа? Ребята, такой задачи мы решаем. Сперва найдем там текст, потом графику, а потом эти объемы мы прибавляем в конце. То есть отдельно мы найдем объем эти
графики и текста. Например, начнем из текста. Текст создает, говорит, что 64 пишу как 2 степени 6, 64 символа 2 степени 6, и все, да. Получается 2 степени 12. Переходим на килобайт. Мы должны знать, что строк, символ, она, текст всегда измеряется с байтом. Поэтому из байта, когда переходим килобайт, разделяем на 2 десятой степени. Получается 4 килобайтов. Ага. Нашли объем текста. Потом второй объем графики. Графики размер 128 пишу как 2 седьмой умножить на 2 девятый. 8 битные, то есть маленький n8 будет 2 степени 3. Ага, они измеряются с битом, поэтому разделяем на 2 тринадцатой степени. Здесь получается 2 16, 19, 2 степени 6, 64 килобайта получается. Потом уже в конце надо найти объем документа. Объем текста 4 килобайта, объем графики 64 килобайта, получается 68 килобайтов. Вот так. Сколько килобайт? Г-вариант 68. А 73 тоже такое. Здесь текст состоит 16 строк. Пишем 2 степени 4. 128 символов 2 степени 7. Получается 2 степени 11. Делим на 2 степени 10. 2 килобайта будет. Потом графика. Это объем текста. Объем графики будет там RGB24 умножено 2 степени 7 умножено 2 степени 9 и делим на 2 степени 13. Это 2 степени 16. Когда делим на 13, 2 степени 3, 8 остается. 24 умножаем на 8, 32, 16, 192. Ага, все. 192 это графика плюс 2, получается 194 килобайта объем документа в вариант. Одинаковые здесь пикселя надо найти, 74, то есть 2 килобайта Q равно 2 умножено, переходим на бит, 2 степени 13 будет 2 степени 14. 256 цветнов говорит, если большой n 256, тогда маленький n будет 8. Надо найти а умножить на b, то есть 2 степени 14 делим на 2 степени 3, вот этот 8. 2 степени 11, 2048 получается. А вариант. До свидания, ребята.